Всем доброе утро, друзья. Андрей, меня на работу везет. Здравствуйте, друзья. Андрей везет на работу третий день. Завтра у меня выходной. Наконец-то. И выходит мой зам на работу. Так что встаем в график вроде как. Но опять же подработки в других аптеках, скорее всего, будут опять. Люди еще не все в отпуск сходили. Так что придется еще куда-нибудь сходить подработать. Вот, а Андрюшенька мой тоже на работу едет завтра. Так что сегодня надо будет ему готовить в дорогу что-то с собой. Сегодня я буду машину укомплектовывать в дорогу. Сидушку мы так и обошлись, Наташа ездила как королева там, так я и не ставил, думаю, что-то обратно. Хотя я недолго был поставить. А мне здесь понравилось, у меня впереди ничего нет, обзора мне. И мне поэтому здесь и что-то ставить, что-то мы ездили на природу, все уставил, все, места много. Я не люблю сзади ездить, когда здесь вот кресло стоит, и мне не видно обзор, ну плохо видно, меня как бы укачивает. А вот именно когда вот я что-то так сидела, я и в Саратов, и в Энгельс так ездила, и ничего, мне даже понравилось. И здесь места больше, что-то поставить можно. Вот, так что вот так. Я говорю, лето прошло, все, уже осень наступает, уже утром свежо, прохладненько, ночи прохладные стали. Ну, а мы всего лишь 3 раза на Волге были. Ну, ничего, даже 3 раза, а такое ощущение, что прям... Ну, отдохнули, отдохнули уже. Хорошо. Да, я и в отпуске, считай, на больнице, я в отпуске была, и отдохнула просто и морально, и здоровье подлечила. Чувствуется, что отдохнула, конечно. Так что сегодня дел полно вечером. Сегодня хочу лепешки сырные испечь. Но не знаю, как я после работы буду, как у меня настроение. Может быть, завтра испечу. Посмотрим. Продукты я уже купила, вчера заехала с Андреем. Так что будем готовить. Видео хотим делать совместные с Андреем, если у нас получится. Андрей с работы будет снимать, а я дома. Так что вот так, не знаю, такой формат у нас получится, понравится ли кому. Ну, как бы без Андрея уже тоже скучно, он тоже хочет, говорит, я уже и тоже хочу, как бы, фигурировать-то. Ну, попутно я, наверное, может быть, еще и свой канал там, может быть, сделаю. Если получится. Если получится. Да, он говорит, если у меня получится что-нибудь снимать там, что-то понравится кому-то. Ну, да. Я говорю, а почему бы нет? Мой быт в машине, ну, да, в автомобиле. Как я живу, работаю там. По несколько месяцев? Да, живу в машине. Автобомж. Это он так себя сам называет. Да, вот до этого, считай, как ты жил, вот последняя у тебя была вахта, как душ ты себе благоустраивал. Ну да. Блин, а вот он жил вообще, где дома, ну, под снос были дома, да? Да, да. Вот ты там жил. 4 месяца там жил. Точно бомж. Но да, как бы интересно было, он там себе душ делал, зимой мылся. Да. Это же вообще. Ну ладно, сейчас все расскажу. Да, потом ничего не интересно будет. Интересно будет. Так что вот так. Ну все, я приехала, друзья. До вечера. Вечером увидимся. Зашла за роллами, сижу, жду. Заказала. Вот через минут 15 будет готово. Андрей машину загрузил, поэтому меня забрать не может. Вот сейчас возьму и на такси поеду. Вот, друзья, моя любимая Натулька бежит с работы. Уже ночь на дворе. С роллами. Роллы. Я такси не могла вызвать. Да? Да. Ну, вот так бывает. Главное, с роллами. А я уже снимала. Да, снимала. Что я ждала, когда сидела. А, ну роллы. Вот еще. Ага. Подумала, сейчас поеду, звоню. Чего? Вот он не обращает на него внимания. Думаю, 15 минут. Да я за 10 минут дойду. Моё. Ну вставай, вставай, как ты стоишь? Ой, прям кого-то не видела 100 лет. Она сюда же любит. Ну что, моё, красавица, моё. Ой, моё.
Соскучилась. Соскучилась. На руки, на руки. Ну, конечно. Пушок, ну-ка успокой ее. Ой, да пускай еще докопайся. Пошли, пошли. Красотка. Пойдешь, Пушок? А? Пушара? Не хочешь? Как хочешь? Передумал? Здрасте. Че, ты пойдешь, иди. Головой машу. Здесь у нас пипец, папа сборная идет. Это папа собирается на работу наш. Да. Это я еще все, это чуть малая часть, я почти сегодня все в машину вытащил. Угу. Поэтому и не мог встретить Натульку. Загрузил с работы. У меня машина сейчас одна. Да, я сказала. А, сказала, да, что да. Она одноместная у меня. Машина сейчас... груженная, говорю, уже мне пришлось так. А я сегодня целый день, я после 7 пошла, надо лекарство кое-какое было у Кати на работе взять, у нас не было, Андрею с собой дать. Вот. Оттуда, думаю, пойду роллы возьму, рядом там. Там закрыто, думаю, Андрей говорит, ну пройду еще в одно место. Туда сходила, там заказала, думаю, ну сейчас на такси еду. Вот. Ну так вот. Оттуда, вообще, говорю, сегодня бывает, что-то с такси. Угу. Ну, воскресенье, Андрей. Ну, сегодня да. Воскресенье. И роллы пришлось тоже ждать. Тоже воскресенье готовит много. Угу. На заказ, пока там сидела, ну заходит, заходит. А доставка еще дольше ждать пришлось. А доставка час, они сказали. Да. Здесь я 15 минут подождала, а здесь час пришлось сидеть, ну, ждать. Да, да. Короче, пошли кушать, Андрюшка. Идем, все, выключаешь. Ну вот, наконец дождались. Когда там, я уже... Сейчас садимся кушать. Вот такие роллы, не знаю, скажу, вкусные и невкусные. Вот, нашим местным. Попробуем, девчонкам, не знаю, понравится, не понравится, даже сама не знаю. Вот, так что садимся кушать. Что я хотела сказать-то, Андрей? Что-то я хотела сказать, не помню. Ты мне хотела сказать приятного аппетита. Да, Андрей, приятного аппетита. В общем, садимся есть. Ой, что ты меня эти палки, блин, вечно с ними, блин. Я сама палочками не люблю этими есть. И как вот, я их держу нормально, как начинаю есть, так вот, надо это сам, еще как бы, ну... Хоть мы едим, но мы начинаем палками-палками, потом вилку берем. А потом плюю я, вилку беру. Вилку берем. Так что... Учиться надо, короче, мы в ресторан не ходим, но... Да. Научимся, надеюсь. Надеюсь. Ну ладно, друзья. Сегодня я еще хотела, вот, что хотела сказать. Я сегодня хотела еще же это, испечь лепешки эти, сырные-то. Ну, как типа пиццу. И что-то я уже с теста не буду ставить. Время 9 часов. Не знаю, Андрюш, утром я буду, не буду делать. Не знаю, посмотрю. Сейчас еще минтай надо пожарить. Ты минтай хотел. Так что вот так. Ну ладно, друзья, до завтра, наверное. Да? Не хнычь. Не, ты что? Ладно, все хорошо, да. Да. Ну все, друзья, до завтра. Угу. Пока-пока. Пока-пока. Доброй ночи, дорогой. Доброй. 23:47. Да, нам чу. Мы с Андрюшей стеклом не меняем. Ну, Андрюша. Надо было. Завтра Андрей уезжает, но как же. Вспомнили сейчас про стекло-то. Мы так и не поменяли. Угу. Дай хоть посмотрю, я его без стекла-то ни разу и не видела. Чистенький. У тебя белый он. Беленький, Нокия. Старушка моя. Да. Веселушка. Андрей заказал на Алиэкспресс стекла. Вот пришли. И все не поменяем. Так что операция И. У нас сейчас. Андрей ни разу еще стекла не менял. Угу. Мы как-то всегда это... Ну, телефон покупаем, сразу стекла меняем, да, там? Ну, да. В салоне. Там, да, меняют нам сразу стекла. Да, как поменяли, мы еще не... Когда? Сколько? Лет 5 этому телефону моему? Ну, 5 уж точно. Если не больше. Ну, да. И ни разу не меняли. Сейчас мы влажной первой салфеткой всю пыль уберем, обезжирим.
Такой беленький, хорошенький. Прям уже стекло даже не хочется. Ну, разобьем, а то да. Без стекла опасно. Ну, без стекла, да. А так, в принципе... Такой хорошенький. Так-то если разобраться... То есть, он уже... Ну, мне жалко тоже старые вещи. Если они нормально... Ну, а если он еще рабочий, работает, да. Если ладно, вон там что-то... Вообще деньги лишние тратить. Ну... У меня этот хороший телефон, на который я снимаю. Ну да. В принципе. Ну да. Ну, в принципе. Просто он у меня для работы, конечно, больше. Ну да. В общем, у нас нет пока лишних денег тратится. Да. Ну ты показывай, что ты мне показываешь. Ну вот, пока. Ты уже второй салфеткой? Сухой салфетку уже, да. Хотя тут уже все это... Сухо там все, да? Сухо, да. Угу. Протерлось. Мы стульчик принесли, вот перед светом здесь поставили, чтобы нам лучше видно было. Ну да. У тебя руки-то сухие. Да. Вот это главное надо. А ты сразу прям все надо снять? Да. Ряд, может, очки оденешь? Может, под руку не будешь мне ничего? Под руку не лезь. Хорошо. Пожалуйста. Хорошо. Ну, конечно, очки надо было. Вот он сам. Процесс идет, он сам делается. Сейчас в конце, если где-то что-то не заделся, мы его еще вот, вон пятна. Осталось, мы его сейчас подправим. Надеюсь, да. Выгоним воздух. Андрей, да ты стекла можешь менять на телефон? Ну, как бы так. Наверное. Ну, как-то так. Ну, прям новенький телефон. Спасибо, дорогой. Пожалуйста. Покажи-ка мне его еще. Ой. Хороший телефон. Ну, прям новый. Доброе утро, друзья. У нас уже следующий день. Андрея собираем в дорогу. Со вчерашнего дня. Все никак не отправим. Поставила ему сардельки в дорогу отварить. Отварим ему сарделек. И блинчики завести тесто надо. Сейчас тесто сделаю. Начинка у меня уже есть. Вот немножко грибов было в заморозке. Я достала. Фарш приготовила. Так что будут блины у нас сегодня ему в дорогу не сладкие. Такие сделаю. Ну и все. Начинаю замешивать. Тесто замешиваю, как у меня уже есть рецепт на моем канале. Там на листнике с творогом. Я такое же делаю тесто, только будут начинка у меня будет не сладкая. Так что вот так. Сейчас блинчики будем делать. Хорошо. Здесь вот мои хвостики зимаки сидят. Блины ждут. Угу. Да. Ну-ка, ну тебе нельзя, блины, моя девочка любимая. Еще минтай вот хотим пожарить. Андрей вчера достал, разморозил, посолил. Приготовил. Но вчера что-то прям уже не хотелось ничего делать. Время было много. Пока поели мы, надо что-то глядя роллы. Роллов нажрались. А потом еще этим стеклом занялись. Андрей, уже легли, потом вспомнили, что стекло надо сделать. И что-то говорю, ну сегодня будем все готовить уже. Андрей все равно в обед уезжает. Успеем. Так что в сухарях вот сейчас я ее обваляла и все выкладываю. Она только переживает, что я там голодать буду на работе. Все, он готовит, готовится. Закормить меня хочет уже. Котик мой похудеет готовит. Ну, конечно, людям, наверное, смешно. Он, конечно, не худой. Это я шучу, конечно, что... Похудеет. Ему полезно похудеть, но просто как бы... Андрей, ты какой газ делаешь? Эту рыбу он обычно жарит. Я вообще-то не закрываю первую. Да, вот, смотри, а теперь гривичка у меня закрывать. Нет, я сначала не закрываю, а то она разварится.
А это она сейчас такая будет поджариться. Так что ему не мешало, конечно, похудеть, но он же едет все равно с дороги, там он приедет. Пока это он сейчас разместится, расположится. Ну да, и вообще в клею войдут там тоже. Новый объект сейчас дадут, это пока где-то он что-то как-то, хотя бы не на первый. Приспособиться надо потом будет. Ну, на сегодня, на завтра еда будет, по крайней мере. А там уже по ходу дела сам будет это готовить. Тесто я занесила, все, он у меня стоит. Настаивается, сейчас немножко постоит и буду уже выпекать, только пожарим. Буду оттуда с работы репортаж вести, буду переслать видео и свой канал тоже. Наверное. У меня будет канал «Автобомж». Зайдете, посмотрите, я вам потом скажу, если он выложит, скажу да. Видео. Вот, а пока буду снимать и сюда, в общем, как попробуем. Как мы уже говорили, но не знаю, что получится. Я попробую смонтировать. Ну, я буду и себе на канал, и тебе буду пересылать. Ну, что-то ты будешь там, да, будешь что-то выкладывать на своем канале. Ну, вот так. Не знаю, что. Мутим, не знаю, что получится. Да. Что-нибудь намутим. Ну, да. Ну, вот, друзья, Наташа начала уже блины жарить. Я уже немножко поела. Катя пришла. Угу. Тоже угостили ее. Принесла кабачков, огурчиков своих. Знаете, какие корнишочки маленькие нарвала. И вот лук с укропом. Ну, сейчас жарю начинку, Андрею складываю и все. Да. И вперед. Я поеду. Грибами вот начинку сделаю. Ну, с мясом. А я со сгущенкой поела. Вкусно. На ночь мы блинов не делали. Угу. Начинки оказалось маловато. Что-то мне, я Андрею блинов уже наложила. Еще тесто осталось. Думаю, сейчас сделаю сыр, потру ветчину, добавлю майонеза, укропа и сделаю начинку. Не знаю, что получится, но думаю, что будет вкусно. Сейчас хочу попробовать ветчину, но все, ну, нормально. Вон она, какими получается. Нормально прям. Вот ее сейчас натрем вместе с сыром и с майонезом. И в начинку пущу. Я со сгущенкой поела, а я думаю, что начинку надо посытнее что-то сделать. Блины я пожарила, все, вот столько осталось блинов у меня, еще Андрею дала. Так что из литра молока получается очень много блинчиков. Так что вот так, я просто свернула трубочкой, вот так можно со сгущенкой. И вот с начинкой сделала, как я вам уже говорила, последнюю начинку, здесь с ветчиной, с сыром. Попробовала начинку, ну, конечно же, она очень вкусная. Так что вот так вот. Сейчас иду Андрея провожать. Ну и все, наверное, друзья. Так что вот так вот. Все. Провожаю Андрюшку на работу. Да. Загрузил машину. Ну, как бы вот так вот он все укладывает там. И там. Ну, это пока просто. Все у него. Накину, там потом еще буду. В общем. Разбирать все. Вот. Это все. Это дом его, короче. Вот так, друзья, он у меня живет в машине. Как бы вот так вот, да. Ты мой сладкий котик. Все, друзья, ну, уезжает Андрюшка. Давай, давай. Да. Пока. 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 Так вот, нагрузился и поехал. Ну все, друзья, на этом будем заканчивать. Андрея проводила, теперь буду ждать. Вот, сегодня он ночью должен приехать уже в Москву. Отзвониться мне, и все.
И я буду спокойна. Он мне звонит и ночью, когда приедет, говорю, обязательно мне звони, потому что я всю ночь просыпаюсь без конца, дергаюсь. Вот. Так что будем надеяться, все с Богом, пусть доедет, все, чтобы у него хорошо было. Вот, а мы его здесь ждем. Так что вот так, друзья. Спасибо, что провели этот день сегодня с нами. Кому понравилось, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь. И до новых встреч, друзья. Всем пока-пока.